Состоялся 13-й гражданский форум по развитию здравоохранения «Подмосковье здоровье». Более 300 участников – медики, представители власти и жители трех округов – Люберцы, Бронницы и Раменский. Люберцы представил исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Какие вопросы в области здравоохранения беспокоят жителей этих территорий и какие решения предлагают муниципальные и региональные власти, узнали мои коллеги. То, что форум медицинский, видно еще на подъезде ко Дворцу культуры «Победа» в Раменском. Работают мобильные медицинские комплексы, где можно сделать УЗИ, ЭКГ и флюорографию. Но до этого регистрация. Всем участникам выдается маршрутная карта пациента. Также можно вакцинироваться от ковида и измерить артериальное давление. Член общественной палаты Люберец Михаил Зайденберг измерил уровень глюкозы и готов оценить уровень медицины в округе. Сейчас стало намного лучше. У нас, я так понимаю, что и ремонт проводится в поликлиниках, и в больницах проводят. Вот сейчас сосудистые, есть отделение очень хорошее. Жительница Люберец Наталья Порфирьева измерила давление. Что касается уровня здравоохранения в округе, говорит, что хотелось бы лучше. Потому что вот у нас поликлиника, мало специалистов, надо куда-то обязательно ехать. Неудобно это. Поликлиника рядом с домом, а приходится ждать, ну, в талон тоже ведь очередь. От округа выступил исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Он отметил, что работа с жителями по вопросам медицины ведется ежедневно. С медицинским сообществом тоже, особенно в части привлечения специалистов. На сегодняшний день Люберецкая областная больница укомплектована кадрами на 98%. Центр охраны материнства и детства на 95%. Правительство выделяет средства на компенсацию арендованного жилья. И вот цифры, которые составляют 207 жилых помещений, выделенных за последние 5 лет, конечно же, благодаря этому и дают нам возможность привлекать новых специалистов. За последние 5 лет в округе появилось 7 новых объектов здравоохранения. Например, детское отделение в стоматологической поликлинике. Поставлено 5000 единиц нового оборудования. Обновился и вырос автопарк скорой помощи. Люберецкая областная больница в последнее время стала одним из лидеров Подмосковья по привлечению кадров. В 2021-2022 году было принято 158 врачей и 143 медицинских сестры. От достижений к вопросам. Наблюдается дефицит узких специалистов. Многим действующим объектам требуется капитальный ремонт. Протечки, сырость, отваливающаяся штукатурка – это еще встречается. По мнению экспертов, округ также остро нуждается в новых стационарах. Основная задача – это, конечно же, уйти, о чем вы говорите, от 6-7, это вообще прям совсем, и даже от 5-4 местных палат, чтобы это было все-таки 2-3 местные палаты, ну, максимум 4. Участники форума подробно обсудили каждый объект. Светлана Стригункова обозначила сроки строительства или ремонта, поставки медицинского оборудования. В завершении мероприятия члены президиума и главврачи из трех округов ответили на вопросы жителей. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.